За 5 месяцев бягучего года на водоемах Гомельской области загинули 20 человек. Это меньше, чем за аналогичный минулогодний период, однако каждый выпадок – трагедия. Тому с сотрудниками освода робится все необходимое, как не только обеспечить належный уровень безопасности на водоемах, но и предухилить несчастные выпадки. 90% – это, собственно говоря, несоблюдение мер безопасности. Это одна из проблем, наверное, белорусов, может быть, не только белорусов, а славян. Вот это отношение к своей собственной жизни, беспечность в какой-то степени. Зараз на территории Гомельской области 32 оховаемых пляжа и несколько сотен стихийных. До каждого вартовальника не приставишь. Але работа по профилактике без того проводится масштабная. Все лето разы повеличилась колькость плановых рейдовых мероприемств. Перед початком сезона специалисты освода распаусюдили рекордную колькость информационных брошюр. Протягивают проводить встречи и лекции. До того ж, на базе вартовальных постов зроблены дитячие навучальные классы. Информование об тем, что вода тоит у себе небеспеку, специалисты лечат своей першочарговой задачей. Все должно быть направлено на разъяснение, объяснение и предупреждение все-таки происшествий на воде. Пусть это будет не связано не обязательно с гибелью людей, а происшествий на воде. А нас вот на таких данных мы не ведем, это все-таки ближе медицинское направление. Все-таки большое количество травм по тем информации, которая у нас есть, это и переломы, и позвоночники, и руки, и порезы, и разрезы, и все, что хочешь, сотрясение мозга. Поэтому здесь тут должны быть... Все в комплексе. С надыходом спякоты на водоемах Гомеля и в области наплыв отпочивающих. Але у вратовальников хапая техники, каб тримать на контроле усе легальные пляжи. Иншая справа – самосвядомость насельництва. Без яе ніякі намаганні не дадуть выников. Александр Гамуля, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».